Вопросы жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обсуждали на совещании в Министерстве образования, науки и молодежной политики. Во встрече приняли участие руководитель ведомства Шахабаз Шахов, уполномоченный главы республики по правам ребенка Интизар Мамутаева, представители органов опеки городов и районов. Разговор получился жесткий. Говорили о многочисленных фактах нарушения очередности в списках на получение жилья. Иногда в них оказываются даже люди старше 40 лет. Детям передают квадратные метры без права устанавливающих документов. Порой средств, предусмотренных на приобретение жилья детям-сиротам, катастрофически не хватает. В органах опеки на местах плохо поставлена работа по исполнительской дисциплине. Отчеты сдают не вовремя и с грубыми ошибками. Практически не проводится работа по профилактике сиротства. Почему не проводится анализ дел по профилактике социального сиротства? Почему мы должны работать уже с детьми, которые уже стали, значит, социально опасными? Почему не проводится заранее работа? Вы видите, что семья неблагополучная. Вы видите, что ребенок может остаться без попечения родителей. Почему эта работа не проводится? Это, у нас никто с этого... На это ставится основной упор. Профилактика, значит, социального сиротства.